произведено подключение гидравлической системы вибропресса и комплекса. После окончательного подключения гидросистемы производим заливку маслостанций маслом. Произвели подключение оборудования. Все пульты управления работают. Заказчик завозит материал для пробной партии, отсев фракции 0,5 и крупнозернистый песок. Происходит закачка первого цемента. Производим загрузку бункеров материалом. Начали производство первой партии бордюров. Происходит установка новой формующей оснастки матрицы под тротуарный бордюр. Работа линии идет в автоматическом режиме. Которые получились у нас произвести во время пусконаладочных работ. Бордюр, поребрик, блок и плитку 40 мм.